Всем привет! Сегодня приоткроем занавес на то, как производят семена в Европе. Хозяйство занимается исключительно производством семян. Здесь мы видим, как кукурузу отделяют от початков и готовят семена кукурузы. Здесь проходят семена кукурузы через вибростол. Которые уже были обработаны колхицином. Селекция рапса, друзья. Очень интересно. На поле высеваться, чтобы уже начинать проверять урожайность. Там вначале это тритикали стоит, здесь мы видим спельту. Это первое, второе, третье поколение после скрещивания. Hier müssen wir pro Pflanze nur ein, zwei oder drei Körner ernten. Это селекционный комбайн Винтерштайгер. Стоит он 500 тысяч евро. Убирает 4 рядка, 2 в один бункер и 2 в другой. Взвешивает и высыпает тоже отдельно. Убирает початки целиком. Этот перегрузчик имеет несколько бункеров для того, чтобы гибриды не смешивались. А эта штука для кастрации кукурузы. Кастрация – это решающий этап в производстве семян кукурузы. Она заключается в удалении всех метелок растений женской линии до того, как полетит пыльца. Работа производится и вручную, и с помощью машин. Фермер проводит столько циклов кастрации, как ручной, так и механизированной, сколько будет необходимо. Трактор Штейр, их собственного производства. Кукуруза убирается целиком, чтобы не портить семена. Здесь отделяются листья от початков. Листья они используют для биогаза. На этом биогазе работает сушка. Сейчас я вам ее тоже покажу. А вот, собственно, и эта сушка, которая работает на биогазе. То есть листья с початков не выбрасываются, а делается из них биогаз и применяется. И просто небольшой обзорчик по хозяйству. Вот так, друзья, производят семена в Европе. Казалось бы, все просто, а на самом деле столько процессов. Вы на канале Бульдозер ТВ. Это был обзор хозяйства по производству семян в Австрии. Рекомендую тем, кто еще не подписан, обязательно подписаться. Впереди еще много интересного. До новых встреч на канале. Пока.